Всем привет! И сегодня я хочу рассказать о новинке каталога, которая недавно появилась. Это подушка с искусственным лебяжьим пухом. Что это за подушка такая? Экологически чистое волокно нового поколения, легкое и приятное на ощупь, быстро принимает оптимальную форму, не слеживается, не вызывает аллергии, не создает условий для жизнедеятельности клещей и грибков, обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, легко стирается и быстро сохнет в обычной стиральной машине, сохраняя свои первоначальные свойства. Подушка повторяет форму головы и шеи, изменяя форму согласно вашим движениям. Артикль 11721. Видите, наперник микрофибра, 100% полиэстер, спанбонд, полиэстер. Наполнитель 100% полиэстер, 50% высокосиликонализированное волокно, искусственный лебяжий пух. Так, видите состав? Она очень таких приличных размеров, 50 на 70. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, что это за чудо-подушка такая. Эту подушку я рекомендую в первую очередь людям аллергикам и детям. Я купила своей младшей дочке Дарине на 8 марта. Ну, получилось так, что мы подарили немножечко заранее. И сейчас мы вместе с вами вскроем, посмотрим. Вот подушка, она получается вот под прессом в вакуумной упаковке. Сейчас мы тоненькая, сейчас мы откроем упаковку, посмотрим, что произойдет. Дарина, обрезаем. Да. Так, открываем и смотрим, что же произойдет с нашей подушкой. Как на пол не ложите. Смотрите. Мам, не ложи на пол. Подушка на глазах оживает. Смотрите, какая становится подушка. Так, посмотрите, какая у нас стала подушка. Мягенькая, да, довольно большая. Так, здесь нету никаких ни молний, ничего. Здесь немножечко идет такой легкий узорчик цветочка. Здесь плохо, наверное, передает камера. Она довольно большая. Ну, мы будем пробовать сегодня на ней спать и расскажем потом свои ощущения. Но она не очень большая. Если люди любят спать на огромных подушках, то это не такая подушка. Я думаю, что будет стираться. Смотрим, здесь вот такое вот рекомендация. То есть по стирке, вы видите. Так, не той стороной, вот так вот. Что можно, нельзя утюжить, нельзя отжимать, можно просто стирать, видите, когда, но стирают и в стиральной машине, без отжима. Поэтому приобретайте подушку и прекрасных вам сновидений!